Министерство обороны проводит огромную социальную работу, помогая семьям военнослужащих. Ну а мы, общественный совет при Министерстве обороны, конечно, помогаем тоже как можем, чем можем. Я тоже работаю в этом секторе социальной защиты. Много делаем для семей военнослужащих. И вот то, что сейчас организован такой потрясающий, мощный тур для семей военнослужащих, а продлится он и этот год, и, я так понимаю, следующий. Это тоже здорово, потому что вот здесь, в этом поезде, порядка 300 человек. Это все семьи тех, кто находится сейчас на службе, кто сейчас защищает нашу родину. И вот интересно, я когда провожала их, ребята были действительно такие напряженные, они не очень понимали, что же это за тур такой. А сейчас счастливые, довольные лица. Что может быть важнее, чем забота о людях? И я очень рада, я горжусь тем, что Министерство обороны так серьезно занимается социальной работой, заботясь о своих людях, о тех, кто служит, об их семьях, о детях. Это хорошо.